В ополчении Алеппо заявили о взятии сирийской армии стратегической высоты базы. Ополченцы рассказывают, что наступление продолжается успешно. С этой высоты можно контролировать большую часть квартала, которую захватили террористы. И еще одна высота, и боевики окажутся в полном окружении. Ранее стало известно, что сирийская армия ведет масштабное наступление на юге Алеппо.